Ребята, ребятушки, мои подписчики, любимые мои подписчики, нас, сука, 5000. Хлопаем, хлопаем нам друг другу, хлопаем нам всем вместе. Я благодарен вам, вы благодарны мне. Надеюсь, все-таки мой труд, ваши просмотры, ваши лайки, ваши подписки, все-таки это... Наверное, расплата ваша за мое старание. И знаете, я вам очень сильно благодарен за это, потому что для меня эти 5000 это действительно очень приятный такой, как говорится, приятный подарок. Да, ребята. У меня хорошие эмоции сейчас, действительно очень хорошие. Я просто рад. Я рад за вас, я рад за себя. Мне хочется вот делиться этими эмоциями с вами, потому что все-таки, ух, мать твою, ух, у нас, блин, ух, сколько подписчиков, ребята, ух, сколько подписчиков, вон у нас ролики-то не вышедшие-то, сейчас, оп, мы пролист вам быренько, да, чтобы вы не видели вот, не видели все наши старые ролички, да, которые скоро выйдут. А я не хочу их спойлерить, они уже просто загружены заранее. Все скоро увидите. Во! О! Наши старания! Видите? Вот! Вот наши с вами старания. Это обзоры по играм Денди, обзоры фильмов, обзоры трэша на ПК, обзоры лучших игр на ПК. Блять, были бы летсплеи, если бы был старый канал. Есть различные, блядь, бложики в начале, чего только нет на моем канале. И все это делается ради кого? Ради вас, мои подписчики. Потому что вы – это главная моя цель. Это главная цель, ради кого я стараюсь. Понимаете, эти 5000, к сожалению, я не смог успеть записать именно ровно цифру 5000. Не смог, к сожалению. Но все-таки вот мы с вами имеем вот эти 5016 человек, да? 16 человек. Вот, мы уже достигли этого. И впереди что? Впереди десятка, и мы будем идти к этой десятке вместе с вами. А чтобы, ну, как я надеюсь, чтобы вот прямо и мне настроение поднять, и вам настроение поднять, что вы сейчас должны сделать, ребят? Просто ставьте лайк на этом видосе. Соберем мы 200 лайков с вами на этом видосике, и мы будем с вами просто херенными. Давайте 200 лайков, 200. Все-таки у нас 5000, я надеюсь уж на 200 лайков мы соберемся, да, ребята? Да, я надеюсь на это. Ну а на следующий рубеж это будет 10 тысяч. А на 10 тысяч я точно устрою вам что-нибудь приятное. Какой-нибудь подарочек. На 5000, к сожалению, нет. Это рубеж только для меня, но не для вас. 5000 все еще впереди, ребята. Мы только начинаем свой путь. Ну как начинаем? Я его просто перезагрузил. Свой путь, как говорится. Может и перезаливка всех моих видео, или перезагрузка моего канала, или бан тому каналу. Это было еще что-то положительное, знаете. Может сейчас Омское ТВ забанили, и что-то тоже из него выйдет нормально. Хотя ничего не выходит. Но все же, ребята... Я вам очень сильно благодарен, я хочу вам сказать спасибо, я вас люблю, целую и уважаю. Я прям как алкаш говорю, да, вот реально, люблю, целую и уважаю, вот, блять. Какой алкаш, у меня преподавательница была в школе, любила, целовала и уважала, а? Падшая ангел была просто, понимаете. Ладно, ребята, вам не понять этот юмор, вам многое что не понять, но вы понимаете, на кого надо подписываться и кого надо смотреть, ребят. А смотреть надо именно Алекса Вулфинга. Ну и такой, как говорится, сюрпризик вам, да? Ну, как говорится, опытный блогер, 5000, бля, все дела, охуенный. Скоро станет миллионником, там, у плюс 100-500, почти догнали, плюс 100-500, да, всего лишь там не хватает 5 нулей, или скольки там, 6 нулей, да, не хватает мне. Да, 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 а, нет, не 6, не хватает всего лишь 4 нулей, да, плюс 100-500. Поэтому я как опытный блогер, я как опытнейший блогер покажу свои подписочки. Но мой друг Тенди Legend, наверное, вы... Все знаете о нем, не раз рассказывал. Да, подписывайтесь. Игорь,
Игорь Шевченко, нормальный мужик, все, подписываемся на него. Видите, у него 48 тысяч. Мой друг. Что ж, в жизни все такие штуки. А теперь давайте посмотрим, кого же смотрит Алекс Вулфинг. Это пиксельный мир. Недавно подписался. На канале есть отличные топики, история серии игр. Вообще хороший канал, в принципе, мне понравился, поэтому я на него и подписался. Оптимистер. Хороший блогер, снимает мнение относительно кино. Брейнант. Не все смотрю на Брейнанте, но что-то смотрю. Да, есть какие-то некоторые программы. Рамин Драгар. Бежим, подписываемся на Рамина. Хочу его поддержать. У парня решил уйти с Ютуба. Надо пацана поддержать. Поддерживаем. Официальный канал КВН. Люблю КВН, смотрю КВН. Не все ролики смотрю, которые есть на канале. Если любите хороший юмор, умный юмор, подписываемся. Стримы Мэдисона не смотрю, просто подписан, не смотрю. Футбольный клуб «Зенит», так как я являюсь фанатом футбольного клуба «Зенит», смотрю, что выходит всегда, если что-то интересно, отлично. Футбольные хроники, это Александр Боярский, Александр Бубнов, Спортбокс, мнение относительно футбола, да различные просто футбольные ролики. Animal Jazz, люблю канал Animal Jazz. Android Gameplay for you, best Android games. Сами видели не раз, наверное, ярлык, обзоры. Обзоры снимаются относительно, точнее, на этом как раз канале зачастую. Все об Android. Так как у меня Android, люблю посмотреть, парень, бывает зачетное делать видосики. Enjoykin, все знают, в последнее время не особо интересно ролики снимают. AFV видео, короче, канал о футболе, кто любит футбол, подписываемся смело, заходим на мой канал, канал и жмем и подписываемся. Денвас ТВ, летником, кто не знает, подписываемся, отличный канал. Да, уважаю, хороший чувак, хороший. Сталкер Зон, тоже Сергей Зайков, кто любит Сталкер, подписываемся, отличный канал тоже, уважуха, Сережа. The Wolf Stalker, тоже канал по сталкеру, смотрю регулярно моды на сталкера, так же как и Сергей Зайков, то есть Stalker Zone, различные новости, смотрим, просто хороший канал. Собака Спам, не смотрю, там Bad Comedian с этим, своим другом, как же его, Серега, как-то, да, не помню его фамилию, ну, ник. Game Boom Center, что я здесь смотрю, вроде трейлеры здесь у меня. Кирилл Осознан, не смотрю в последнее время его. Батхед, вот, смотрю еще, не знаю, с тех времен, когда Батхед только начинал. Сейчас-то Батхед приподнялся, молодец. Ролики от Дэнди, Сега, ну, в основном Сеги, да, всякие, Супер Нинтендо. Confederation, это Бэтмен, кто раньше знал, на Рутюбе был такой парень, отличный чувак. The Nafig переводит, интересно, ролики, там как-то юмористически все сводит. Уголок Акра, ну Акра все, наверное, знают, обзоры фильмов, другие различные, бредятины. Чак, проще, да, так сказать, Чак. Да, Чака тоже люблю, смотрю. Game Busters. Во-первых, там был Дмитрий Бачило. Дмитрия Бачило смотрел, подписывался поэтому на Game Busters. Антон Логинов. Бывает, люблю посмотреть Антошу. Да, бывает. Дмитрий Киселев. Не смотрю, но в подписках висит, поэтому что-то может нового он выложит и посмотрим. Дмитрий Пучков Гоблин. Смотрю регулярно, кроме смотрю всяких Опер Геймеров не смотрю, херня, потому что... Dandy Legend уже сказал, droider.ru, если вы хотите быть в курсе всех новостей мира технологий, подписываемся. Games TV, да, или Gstimes TV, это вот, да, Gstimes TV. Канал о играх, Сокол, все знают Сокола, фильмы. Сокол Live, подписан просто так. Super Forward, парень рассказывал о играх на PSP. Подписывался когда в свое время, топ какой-то на PSP видел. Ванамас Трэш, сами знаете Ванамаса, не помню, что подписывался, висит в подписках. О спорте ТВ, отличный канал про футбол. Я о спорте, в принципе, не, есть выпуски. Картавый футбол не смотрю в последнее время, раньше смотрел. Гол.нет, хороший канал, на котором собраны
крутые видосы про футбол, голы и бла-бла-бла. Хобланд, Хоббит, многие, наверное, знают Хоббита, бывает, тоже смотрю. Рака Макафо в представлении не нуждается сейчас, мне кажется. Гэлхэф, это... тяжело мне сказать, но, короче, парни, студенты в последнее время выпускали такой сечком на СТС, вот это они. Кестер Продакшн, это, естественно, Хасана, красавчики. Журнал Игромания, не знаю, редко смотрю. Карамба Синема, Кинонах, Евген Комедиан, Бэт Комедиан, его в лайв канал, Бэт Комедиан тоже в топе, вы сами понимаете, да. Дай 5, топ, сами знаете. Данил Букреев, это у нас канал по Китаю, PDA Live канал по играм, Android играм. FPDA.ru канал также о играх. Геймплен тоже об Android играх. Playground об Android, об играх просто. Stop Game Life не смотрю. Stop Game смотрю некоторые выпуски. Ash тоже хороший обзорчик. Madison Show, сами знаете, не нуждается. Мясник, надеюсь, не нуждается. Game Pilot не нуждается. Madison Blog не нуждается. Games TV тоже, наверное, не нуждается. Игорь Линк не смотрю. Ник Черников не смотрю. Бродвей Шоу бывает, посмотрю. Лайв Хавана бывает, смотрю. Лист ТВ не смотрю. Хавана смотрю, бывает. Томская ТВ не смотрю. Плюс 100-500 смотрю. Вендетта, обязательно подписывайтесь. Angry Video Game Nerd. В отличнейшей озвучечке, в отличнейшей. Pixel Devil, Лайв не особо канал смотрю. Жара смотрю. Pixel Devil основной канал смотрю. Киномания смотрю, конечно же. Чиповского не смотрю. Гаджет.ком обязательно подписывайтесь. Китай рулит, последнее время не смотрю. Не магия, лайф смотрю, конечно же. Поэтому я благодарен вам, все-таки эти наши подписчики, 5000, ребята, ух! И все у нас впереди. Ладно, пока, я вам очень сильно благодарен. Целую, люблю и уважаю. Говорила моя преподавательница по историю БЖ, МХК и другой херни, уж не помню, что было в школе. Ладно, ребятки, пока.